Всем привет! Вы смотрите канал Годный Крафт, зовут меня Павел, и в этом выпуске мы разберем тему ретопологии. Что такое ретопология? Ретопология – это изменение топологии трехмерного объекта. Зачем и в каких случаях это может понадобиться? Ретопология модели может пригодиться в случае, если вы после скульпта имеете высокополигональную модель, которую нужно отправить на 3D-печать, например. Или преобразовать модель для разворачивания в пипокуре. Или сделать печеную лоу-польку. В общем, ситуаций, в которых может понадобиться ретопология, может быть бесчисленное множество, и перечислять их все смысла нет. Стоит понять лишь одно – каждая модель делается для выполнения определенного рода задачи. Понимая, для каких задач делается модель, мы формируем и предъявляем требования к модели. И чтобы модель успешно справлялась с задачами, мы при разработке модели должны сформировать для нее правильную сетку, или, иначе говоря, топологию. Таким образом, делаем более развернутый вывод. Ретопология – это изменение или создание заново полигональной сетки трехмерной модели. В процессе ретопологии мы описываем новую сетку уже имеющейся модели. Таким образом, модель, не способную выполнить задачу, для которой она создается, мы приводим к виду, способному справиться с этой задачей. Ретопологию выполнять можно разными способами. Тут кто на что гораст. Мне однажды довелось наблюдать, как некий моделист ретопологию проводил, начав с примитива, который он совместил с участком трехмерной модели. Подогнал габариты примитива, задал ему форму и настроил его сетку. Таким образом, этот объект стал для него отправной точкой, и далее он орудовал простейшими операциями выдавливания, перемещения, масштабирования и вращения, повторяя форму модели. Это далеко не самый удобный способ, так как тут приходится выполнять много работы вручную. Для облегчения процесса ретопологии многие трехмерные пакеты обзаводятся новыми инструментами, предназначенными для выполнения этой задачи, что открывает новые техники выполнения ретопологии. Я же ретопологию делаю в синими и предпочитаю делать это с помощью поля ручки. У нее имеется прикольный режим проецирования вершин на поверхность существующей модели. Для активации этого режима установим галочку в соответствующем чекбоксе и можем рисовать. Для успешного выполнения такого рисования исходная модель не должна быть активна. Как видите, нарисованные нами полигоны ложатся на поверхность модели, что очень удобно ввиду того, что нам не нужно вручную совмещать точки с поверхностью. Поле-ручка – это достаточно удобный инструмент, вобравший в себя возможности других инструментов Cinema. Реализован весь этот функционал очень удобно и просто, и все эти функции также отлично работают в том числе и в режиме проецирования, что очень облегчает процесс ретопологии и превращает его из ручного в полуавтоматический, если так можно выразиться. Видео с разбором возможностей поле-ручки имеется на канале, не поленись, посмотри его, изучи возможности, что он дает, и с удовольствием применяй, ссылка на видео в описании. Сейчас на своих экранах вы видите, как я ретопаю модель, сделанную моим учеником. Он смоделил ее достаточно неплохо, вканала бы, если бы она делалась для одного шота с одного ракурса. Но модель делается под печать, так как будет воспроизводиться в живом 3D, то есть в нашем с вами материальном мире. А это означает, что выглядеть она должна хорошо со всех возможных ракурсов. Кроме того, в зависимости от того, как будет выполнена трехмерная модель, будет зависеть то, как удобно ее будет собирать после печати и насколько удобно обслуживать. Потому нужно позаботиться о съемных деталях, чтобы иметь возможность легко заменить сокрытые под ними оборудование. В итоге имеем достаточно объемный проект, который должен быть хорошо проработан, а под хорошей проработкой понимается следующее. Простота обработки деталей после печати. Возможность быстрого доступа к обслуживаемым компонентам. Удобство повторного воспроизведения. Модель должна легко редактироваться при необходимости. Отсюда мы приходим к выводу, что для получения нужных результатов модельку нужно ретопать, то есть описывать правильно топологией, а правильность топологии определяют 4 изложенных ранее критерия. Я ретопаю не всю модель сразу. Я начал с отдельных участков, топологию которых ясно представляю, а уже ретопнув их, начинаю додумывать топологию остальных, получая таким образом лоу-поли модель, у которой впоследствии прорабатываю фаски и отдельные элементы, которые нужно домоделировать. Но моделирование этих элементов – это отдельная тема, и в рамках этого видео рассмотрено не будет, дабы не уходить от темы и не перегружать вас информацией. Вместо этого я предлагаю вам моделирование отдельных узлов сделать темой отдельной практических видео. Нужно ли это вам, решаете вы. 100 лайков к этому видео будут означать, что тема вам интересна и видео по ней не заставит себя ждать. Когда я обещал записать видео по ретопологии, я думал, что это достаточно обширная тема, и возможно это действительно так, но ретопнув около десятка моделей, я понял, что рассказывать тут особо нечего, так как тут все сводится к тому, что построение новой сетки осуществляется все под тем же правилам построения правильной полигональной сетки. Что это за правило, вы также можете узнать
узнать, посмотрев на канале видео по топологии, и ссылка на него также есть в описании. Думаю, на этом видео можно заканчивать. Сейчас на своих экранах вы видите почти завершенную модель с обновленной сеткой со съемными деталями, процесс моделирования которых, я повторюсь, покажу, если это видео наберет 100 лайков. В рамках этих практических видео мы проработаем эти жабры, фары и еще некоторые элементы. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Спасибо за просмотр, скоро увидимся вновь. Пока!